Вот наш самогончик. Абсолютно прозрачный. По запаху. Без запаха. Ну что, давайте отведаем. Отлично. От этого самогона не будет ни похмелья, и вообще очень приятный напиток. А как сделан этот напиток, а точнее второй перегонки, я расскажу в этом видео. Присоединяйтесь, поехали! Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Самогон Саныч. Итак, сегодня мы делаем вторую перегонку. Делать мы ее будем вот на этом аппарате Vane 4. Ссылка на производителя в описании. Вообще, под второй перегонкой подразумеваются абсолютно разные перегонки. Это перегонка и классическая, и перегонка с укреплением, и перегонка с усиленным укреплением, и ректификация. Мы сегодня будем делать классическую перегонку. И это видео посвящается начинающим самогонщикам, как вы догадались. Итак, классическая перегонка. Эта дистилляция выполняется на любом аппарате, который вы можете приобрести, в том числе и на этом аппарате Vane 4. Поэтому, если вы задумались приобрести именно этот аппарат, я советую досмотреть видео до конца, ибо почему-то об этой перегонке в инструкции не сказано ни слова. Так и вспоминаются слова доктора Ватсона из кинофильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Помните, когда доктор Ватсон говорит: «Холмс, иногда вы меня удивляете своей заносчивостью, а иногда излишней скромностью». То же самое можно сказать и о производителях самогонных аппаратов. Здесь у нас второй случай. Для этой перегонки нам понадобится царга. Предварительно я уже заложил сюда три пыжа сетки Панченкова, но это элемент необязательный. Холодильник, ну и вот такие вот соединения угловые. И еще хочу сказать, эта перегонка на этом аппарате хорошо еще и тем, что в комплекте к аппарату идет не спиртомер, а АСП-3. То есть это более точный спиртомер, который измеряет градусность или спиртуозность от 40 до 70%. А во время второй перегонки классической нам больше не надо, поскольку максимально идет крепость в струе 70 градусов, а отсечение хвостов происходит при падении спиртуозности 40 градусов. Приступаем к сборке аппарата. Наш аппарат собран, ставим на плиту. Аппарат установлен. Прежде чем включить плиту, мы включаем воду, чтобы проверить, все ли соединения соединены достаточно четко, что вода нигде не течет. Так, вода пошла в холодильник. Холодильник, напоминаю, присоединяется нижняя часть к входу воды, верхняя часть к сливу. Вот как раз слив пошел. Все нормально. Теперь я включу плиту на максимальный нагрев и буду ждать, когда на термометре на баке будет 55 градусов. Температура на баке достигла 55 градусов. Это значит, что мы сейчас убираем нагрев до минимума. В данном случае это 1000 ватт. И включаем воду подачи в холодильник. Отбор голов — это наиболее важный этап всей второй перегонки, ибо эти фракции, головы, так называемые, содержат в своем составе и ацетон, и ряд других химических
элементов, которые вообще не нужны организму. То есть головами даже нельзя пользоваться для протирания там кожи, ссадин и всего прочего. Это чисто техническая жидкость. Так вот, отбирается она таким образом. Во-первых, вы регулируете нагрев плиты таким образом, чтобы головы капали примерно 2-3 капли в секунду. И второе, сколько отбирать голов? Вообще головы отбираются из расчета примерно 50 мл голов с 1 кг сахара, вложенного в брагу. Я обычно делаю таким образом, отбираю 50 мл и нюхаю. Если уже пошел дистиллят, который пахнет спиртом, а не ацетоном, значит головы отобраны. Если у вас, уважаемые зрители, такого опыта еще нет, отбирайте чуть больше. Например, 70 мл с 1 кг сахара, и вы не ошибетесь. Начинаем отбор голов. Головы отобраны, пошло тело. Как видите, я поставил вот это вот устройство, нехитрое, которое называется попугай. Еще раз огромное спасибо нашему зрителю Юрию, который сделал его и прислал мне. И оно нам поможет с вами определить, какой спиртуозности идет у нас сейчас дистиллят. Берем АСП-3, вот вы видите сверху 70 градусов, снизу 40, и опускаем в попугай. Вот, видите, не знаю, будет ли видно, он утонул полностью. Это означает, что выход сейчас идет свыше 70 градусов. Все, что нам теперь нужно, это дождаться того момента, когда в попугае наш АСП-3 или спиртомер, говоря проще, будет показывать 40 градусов. Еще раз говорю, сам попугай, он не обязателен для самогонного варенья. Это дополнительная опция, которая облегчает этот процесс. А вы можете замерять просто вот в такой вот емкости, в мензурке, периодически отливая туда дистиллят и проверяя его крепость спиртомером. Ну что, теперь процесс будет достаточно долгий. Ждем, когда наш АСП-3 покажет 40 градусов. А это будет означать, что перегонка основной фракции закончена. Пока у нас идет тело, так скажем, хочу сказать пару слов о классической перегонке. Это перегонка, которая использовалась еще нашими дедами, прадедами и так далее. Сейчас появились новые вторые перегонки, как я говорил, с дефлегматором, с укреплением и все прочее. Значит, конечно, более современные, они дают более чистый и качественный напиток. С этим никто не спорит. Но я хочу подчеркнуть, что если вы, начинающий самогонщик, овладеете классической перегонкой, вы будете получать такой же прекрасный напиток. Проверено на моем опыте. Это раз. Второе. Классическая перегонка вы можете делать практически на любом аппарате. Имеет он дефлегматор, не имеет, неважно. Если вы ей владели, вам любой аппарат покорится. Поэтому важно только одно. Четко соблюдать методику этой классической перегонки. Всю эту методику я изложил в своей книге для начинающих самогонщиков. Также там, в этой книге, вы сможете найти те проблемы, с которыми вы однозначно столкнетесь, но найдете вы там не проблемы, а их решение. Ибо путь самогоноварения проходил и я, как и тысячи других людей. И все они сталкивались примерно с одними и теми же проблемами. Так вот, в этой книге я изложил все решения этих проблем, которые могут у вас возникнуть. Ну и последнее, в той же книге написаны более 70 рецептов домашнего коньяка, настоек, наливок, спотыкачей и ротафий, которые однозначно сделают ваш стол более праздничным. Так что, если заинтересовались, ссылочка на книгу я оставляю в описании, а мы возвращаемся к нашей перегонке. Показания нашего ЭСП приближаются к 40 градусам. Не знаю, видно или нет сейчас вам, уважаемые зрители, но сейчас уже там порядка 43-44. А когда будет 40, я прекращаю отбор тела и начинаю отбирать хвосты. Отбор тела завершен, отбираем хвосты. Если оно, конечно, вам это надо. Вопрос, стоит ли отбирать хвосты,
Я, наверное, озвучу в одном из следующих своих видео, поскольку этот вопрос как бы делит самогонщиков на две категории. Одни отбирают, другие нет. Свое мнение я выскажу чуть позже, следите за каналом. А теперь давайте подведем итог второй перегонки с отбором фракций на аппарате ВН4. В итоге, как вы видите, получили примерно 800 литров прозрачного, как слеза, самогона, вкус которого я вам уже озвучил в начале видео. Крепость этого самогона на текущий момент 60 градусов. Я его буду разбавлять, дальше чистить. Ну, в общем, пойдет он по своему пути для того, чтобы занять удачное место на вашем, или моем в данном случае, праздничном столе. Надеюсь, вам все понятно, как делается вторая перегонка. По поводу аппарата Вэйн могу сказать две вещи, которые мне очень запомнились и понравились. Во-первых, очень удачное решение, что положили они в комплект аппарата АСП-3, а не обычный универсальный спиртомер. Очень он облегчает работу. И второе, что мне очень запомнилось, это прекрасная работа холодильника этого аппарата. Холодильник просто шикарно рассчитан, он все время холодный и при этом очень экономный. Что это значит? Это значит, уважаемые зрители, что если вы приобретете этот аппарат, он будет экономить вам деньги за воду или оплату услуг ЖКХ. Вот, в общем-то, и все. Еще раз напоминаю, что этот аппарат поступил в продажу достаточно недавно, всего месяц. Ссылку на производителя в описании я оставил. Ну а как гнать самогон во время второй перегонки с отбором фракций классическим способом, я надеюсь, это видео вам полностью разъяснило. На сегодня все. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео. И не забывайте нажать колокольчик, который находится внизу под видео около описания, чтобы быть в курсе новых выпускаемых мною роликов. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застолий!